用意ができましたか、心構えは。Поехали. Банзай, добро пожаловать, Гагарин. Японская молодежь встречала советского космонавта. Семь-восемь лет назад ко мне обратилась компания из Соединенных Штатов, Space Adventures. Мне сказали тогда, что есть возможность на российском космическом корабле «Союз» отправиться на Международную космическую станцию и провести там 12 дней. Я даже и не думал, что мне когда-нибудь представится такая возможность, поэтому я был поражен. «Кто же из вас хочет стать космонавтом?» — спросил Гагарин. «Конечно, все японские мальчишки и девчонки собираются в космос». Ну, в детстве я помню, я любил вот голову так поднять и смотреть в небо на звезды, на Луну. С возвращением. Спасибо. Было действительно тяжело? Очень тяжело. Если хоть на секунду расслабишься, все, твои дела плохи. Это было опасно. «Вместе в космос!» — гласит надпись на борту этого космического корабля. Разумеется, я знал, кто такой Юрий Гагарин, и я знал, что он является героем в России. Но я не предполагал, что это когда-нибудь может стать возможным со мной. Я не смог в себе подавить любопытство, которое вспыхнуло, и поэтому я ответил сразу, без раздумий. Да, хочу. Сегодня у нас тренировки по выживанию. Например, мы будем учиться разбивать палатки, переносить холод, готовить, разводить костер. Я очень люблю разводить костер. Значит, вход делаем с этой стороны. Прежде всего, в России не так холодно, как я думал. Пока что. Елочка горит. Сейчас разберем по новой. И потом все люди очень дружелюбные. Вот смотришь на человека и видишь, что он такой серьезный и, может быть, даже несколько замкнутый. Но когда ты с ним познакомишься поближе, ты понимаешь, что человек очень теплый, дружелюбный и отзывчивый. Смотри, смотри. Когда я в первый раз сел на вращающееся кресло, я смог продержаться всего несколько минут. А на последней проверке уже выдержал все положенные мне 10 минут. Я честно вам скажу, очень много сложных тренировок. Вращающееся кресло, центрифуга – все это физически очень тяжело. Когда установка вращается в горизонтальной плоскости, то еще ничего. Но когда двигается вертикально, я чувствую себя плохо. Но ни одного раза я не подумал, что с меня хватит все. Я думаю, я в итоге все готово. Он работал в телевизионной компании TBS. Он поднял руку и сам вызвался слетать в космос. Кроме того, вот мы тренируемся по сокращенной программе, а Акияма-сан прошел подготовку по полной программе, как тренируются космонавты. Я безгранично уважаю его храбрость, трудолюбие и волю к победе. Хлеб-соль. Очень красиво. А вот и Токио, да, Токио. Префектура Чиба, Токио. И еще одна вещь меня поразила. Это, так сказать, преемственность традиции. Прошло 30 лет, а методика тренировок не изменилась. И вот сейчас мы тренируемся так же, как Акияма-сан.
Это было восхитительно. Так как мне было непривычно, тренировка забрала у меня много сил. Было сложно контролировать свое тело. Но в конце я стал понимать, как себя нужно вести. Если бы мне сейчас предложили, я бы еще раз полетел на этом самолете. Когда я думаю, что целых 12 дней я смогу провести в невесомости, я с трудом на месте удерживаюсь от восхищения и предвкушения всего этого. У меня есть проблемы небольшие со сном. Иногда шея болит, иногда поясница. А там нагрузки нет. Я подозреваю, что можно будет выспаться. Сама кириллица для нас свежа, необычна. Это можно использовать в дизайне. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наш экипаж в той части, в которой должен быть готов к космическому полету, готов. И мы надеемся, что сейчас сможем это все продемонстрировать. Мисуркин, он для нас как божество. Он к нам очень добрый и терпимый. Ну, я бы, честно, так не говорил. Я не чувствую себя воспитателем в детском саду, и это большая их заслуга. Говоря о том, как управлять миллиардером, хочешь командовать, умей подчиняться. Я уверен, что это один из важнейших критериев командной работы. И Маэзава-сан, он очень четко показывает, что он движется и живет в этом же векторе. Да, в своем деле он глава, руководитель. Но здесь он четко понимает свою роль, свое место. Я думаю, что русские, они тоже, как и мы. Во-первых, прислушиваются к тому, что говорит начальство. А во-вторых, тщательно и добросовестно выполняют указания. Это нас роднит. Вчера у нас тоже была тренировка. Но вчера с нами работали инструкторы, которые объясняли нам, как действовать. Сегодня мы представляем ситуацию, когда мы, трое космонавтов, приземлились где-то. Сегодня с нами нет инструкторов. Это практика, экзамен только для нас троих. Я с удовольствием бы делал это в Японии. В Японии много лесов, так что мы можем тренироваться и там. Вы ходили когда-нибудь в поход? Да. Возможно, это приключение похоже на тот ваш поход? Нет, это совсем другое дело. Мы узнали здесь свои возможности, открыли себя с другой стороны. Еда мне важна. Я даже привез с собой консервированные японские блюда, и часть из них планирую взять на орбиту. А в России очень вкусные морепродукты. Я не совсем уверен, что это стопроцентная русская кухня, но мне нравятся креветки. Как-то просто управляться без ложек, вилок и ножей. Зато, пожалуй, как потом шутливо заметил Гагарин, эти гладко выструганные деревянные палочки для еды – самое лучшее оружие в мире. Я думаю, люди оценивают, что я довожу до конца то, что я наметил. Это и в области бизнеса, и в других проектах. И вот именно этим, наверное, я и заслужил известность в обществе. У нас в Японии есть такая пословица про гвоздь. Бьют всегда по тому гвоздю, который высовывается. Но если он высовывается уже слишком высоко, то по нему не бьют, в покое оставляют. Я постепенно превращаюсь в этот гвоздь, который высоко торчит из доски. Последнее время не бьют по мне. Приятно. Исаку Маэзава,
Да, действительно, проект на 23-й год запланирован. Он предполагает облет вокруг Луны. Корабль называется Spaceship. И просто ты в него садишься, и тебя туда везут. Самому делать ничего не надо. Мы провели первую примерку. Конечно, осматриваем свой корабль, проверяем, все ли на месте, состояние органов управления. И обживаемся, конечно, в своем корабле. А в нынешнем полете я сижу слева от командира корабля. Я открываю АПКП и выполняю прочие действия. И это интереснее и как-то внушает чувство основательности всего происходящего. Но не то, что порулить, но определенные действия есть. Я настолько впечатлен, что просто до слез. Ваша семья как отнеслась к тому, что вы летите в космос? Лети, говорят. Ну, мама волнуется, но я с ней поговорил, объяснил. Она говорит, ну ладно, союз хорошо, добро. Союз хорошо. Есть очень известный американский физик Дю Бридж. Вот он сказал, что человек принесет любые тяготы космического полета, кроме его финансовой стоимости. Это он сказал в 60-х годах. Он, по-видимому, не знал еще тебя. Поэтому хотим пожелать тебе здоровья, быть таким же оптимистичным, чтобы все твои жизненные планы сбывались. Около 20 лет тому назад я в одиночку отправился в Рио-де-Жанейро и провел там, в Бразилии, около месяца, один. И на меня очень глубокое впечатление произвело то, что я тогда испытал. Я бы когда-нибудь хотел посмотреть, как изменится мир, когда из него исчезнут деньги. Где-то у меня в сознании есть такая мысль, как было бы здорово, если бы денег не было совсем, а люди продолжали друг друга поддерживать, выручать, продолжали работать. То, с чем я столкнулся в той поездке, оно в определенной степени изменило мой подход к жизни и жизненную философию. То же самое, я думаю, произойдет и в этот раз. Что надо делать, мы будем делать. Со всей серьезностью подойдем к полету, слетаем. И здоровыми, и бодрыми вернемся на Землю. Поехали!